12.12 изготовлено срок годности 180 суток. Знаете, в магазинах вот это вот не продают. Вообще-то капуста квашеная. Квашеная. Давно не было заквашено. Но это не важно, давно оно заквашено или нет. На капусте не написано, когда оно заквашено. А должно быть. Да. Да. Но это не ко мне, я не начальник. Так что тогда надо подходить? 05.13. Просрочено, наверное, да? Да. Просрочено? Я виноват, да. Они те, которые сверху лежат, они у вас действительно разморожены. Убираете? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, заместитель генерального директора северо-западной торговой группы. Скажите, пожалуйста, мне сообщили, что вы хотите снять весь товар, который мы сами зафасовываем, да? Вы знаете, сейчас мы занимаемся тем, что мы ищем продукты, которые у вас просрочены по факту. И они здесь есть. Также у вас есть продукты, которые просрочены по маркировке. Это как раз те продукты, которые фасуете вы. По закону, на продукты, даже если вы их фасуете сами, должен стоять срок изготовления, дата упаковки и срок годности. У вас стоит только срок дата упаковки. Не производитель, ничего у вас не написано. Поэтому мы просим снять данный товар, чтобы, естественно, показав нам документы и просто на этих этикетках поставить сроки годности. Да, не вопрос, мы это сделаем. Ну, а если какую-то просрочку вдруг вы найдете, то мы уже нашли. Поймите нас правильно, это не в цели того, чтобы ее продать, это просто человеческий фактор, не успели снять с продажи, да, не заметили. Вы знаете, не заметили, это когда один кефир во всем магазине, а когда не один продукт у вас лежит, и когда их продают, это уже не случается. Ну, а 3.06? 15.00. Вот, в общем, такой-то я и приобрела. Вот, а этим еще ребята занимаются, так что потом мы вам отдадим все остальное. А вот это я прошу начать снимать. Ну это все по мелочи. Это не по мелочи. По мелочи это когда по одной коробке вы нашли. По мелочи это когда один кефир во всем магазине. Вот тогда по мелочи. А то, что здесь... Но для этого и нужны люди, чтобы смотреть машины. Если у вас машина, чтобы снять, извините. Я работаю, если вы надо мной встали, как немцы в гестапо. Я себя чувствую не очень. А мне разговаривать с вами. У нас отлично получается. Еще один гестапо. Как девушка зовут Миша? Она меня заглючила. Не выпивайте на работу. Ну почему нет? Я же грузчик, грузчика можно, все, что хочешь. Да? Да. Это твои грузчики. Вот упорно. Вот эти все продукты мы просим вас утилизировать у нас. Да, я сам все съем, не переживай. Вы можете есть. Прям при вас. Давайте. Ну вот это вот тоже будет просто вперед нас. А? Вперед нас.